Среди ярких зеленых деревьев на улице Серафимовича, 23, одно заметно выделяется пожухлыми рыжими листьями. Это старая сосна. С годами она превратилась в сухостой, который может обвалиться в любой момент и стать настоящей угрозой для здоровья. Ведь располагается насаждение рядом с жилыми домами. К нам пришла жалоба с портала Добродел, да, что вот по данному адресу необходимо произвести вырубку сухого дерева. Помимо шаткости, мертвые деревья опасны тем, что становятся любимым лакомством вредителей – короедов, жуков-усачей и других. Высота этой сосны не меньше 20 метров. При работе с ней специалисты сначала обрезают ветки, чтобы потом приступить к стволу. Начинаем работать с вышки, с передними частями, чтобы соблюдаем безопасность людей. Вырубка аварийных деревьев – одно из направлений работы лесопаркового хозяйства. Мытищинцы, которые отправляют им обращение о сухостое в своем дворе, существенно помогают специалистам. Сам процесс по выявлению и устранению полуразрушенной растительности состоит из нескольких этапов. Предварительно проводится обследование насаждений, да, составляется перечетные ведомости, получается разрешение, да, оформляется на вырубку этих деревьев, и потом производится работа уже в плановом порядке. Опиловке подлежат сухостойные и аварийные деревья с уклоном более 45 градусов от вертикальной оси, а также ветви, нависающие над пешеходными и парковочными зонами. Существуют нормативы, когда должен быть дорожный знак, должен быть виден с расстояния 50 метров для автомобилистов. Вот, поскольку ветви деревьев разрастаются, да, загораживают дорожные знаки и могут происходить дорожно-транспортные происшествия. После всей проведенной работы бригада вывозит порубочный материал, чтобы переработать в щепу. Таким образом, дереву дают вторую жизнь. Если на вашей придомовой территории тоже есть сухостой, то вы можете подать заявку на его ликвидацию в свою управляющую компанию или на портал Добродел. Лала Керимова, Вадим Воробьев, Первый Мытищинский.